В то время, когда все стараются сидеть на самоизоляции и лишний раз не выходить из дома, мы продолжаем знакомить вас с наборами солдатиков. Я вас приветствую. Сегодня у нас будет небольшой видеообзор, мини-обзор, я бы даже сказал, набора тихунолога. И так как это будет мини-обзор, сделаем небольшой анонс. Я покажу вам те наборы, которые мы еще не смотрели, на которые мы обязательно снимем видео. Сегодня у нас драконы. Драконы вот в такой небольшой коробочке. Цена мне досталась буквально за 100 рублей. Зная, что драконы присутствовали раньше в наборах «Дракон атакует» и «Лода голова дракона». И как мы видим, технолог решил выпустить драконов отдельно. Ну что, давайте откроем коробочку и посмотрим, что внутри. А внутри у нас вот такие запчастюли с двумя драконами. Вот такие литнички, тут запчасти. Собираться это будет явно просто очень и без клея. И один армлист на двоих. Вот такой вот. Ну, я думаю, конечно, я ожидал, что они будут побольше как-то размером. Ну, не составит нам труда это все дело собрать. Значит, сборка занимает пару минут, и мы на них посмотрим уже поближе. Далее я их соберу и, как всегда, сделаю фотографии. И посмотрим на них поближе. А прежде я покажу вам импровизированный анонс. Итак, впереди у нас солдатики от технолога. Разные коробочки. По одному отряду наборы армии солдатиков. Малые игровые наборы и большой набор с крепостью. Набор солдатиков от РК. И кое-что еще. Еще по коробке танка внизу, КВ-2. Вы, наверное, догадались, что одно из видео будет направлено по стендовому моделизму. Мы попробуем собрать этот танк. Всех секретов я, конечно же, вам открывать не буду, чтобы оставлять какой-то момент интриги и неожиданности. Итак, смотрим на драконов, не болейте, оставайтесь дома, играйте в солдатиков.